Алтарь-то написано в 1936 году. Вот священный алтарь. Люди пришли к нему сердцами, переполненными отчаянием. Господи, дай им надежду найти своих близких и обрести вечный покой. Должна быть открытая дверь для тех, кто хочет вернуться домой. Сегодня вечером сердце полно молитвами за веру всех людей. Соборе. Так же, как и Иргенс Йенсен, писал в позднеромантическом стиле. Самые известные его произведения – две симфонии, фортепианные и хоровые сочинения, песни и четырехтомник норвежской народной музыки «Северной мелодии», которую он создал в 1922 году.
Его песни входили в репертуар Федора Ивановича Шаляпина и Кирстен-Планста. Сейчас прозвучит «Северное сияние».